перед вами представлен дозатор пневматический модели МД-500Д1. Данный дозатор рассчитан на дозы от 100 до 500 мл. Все его регулировки находятся на боковой стороне. Данная кнопка автоматический режим и режим с педали. Следующий винт у нас с вами регулирует скорость розлива. Данный винт регулирует у нас с вами время между дозацией в автоматическом режиме. Ну и, естественно, сама ручка – это объем дозы. У меня сейчас стоит в ручном режиме, в режиме с педали. Давайте нажмем. Как видите, скорость сейчас есть поменьше, я также могу ее прибавить, могу убавить. И в зависимости от вспенивания продукта вы уже регулируете ее под себя. Вот, впрочем, все. Машина также дальше дожидается следующего нажатия педали. Впрочем, все. Спасибо за внимание. Всего доброго и до свидания.